Знакомьтесь, это Верочка. Это наш стилист, супер-стилист в Солдудо. И Вера только что придумала очень красивый вариант наряда, которым я вообще даже не додумалась. Она соединила вот такие вот джинсы с прозрачным платьем. Каким крутым! Очень круто! Смотри. В кадре? Давай фотографируй, снимайте видео, как хорошо, давай, ты снимаешь видео, а я фотографирую, да? Я сейчас обойду ее. Вьетнамский привет! Да! Эй! Привет! Боже, как людей! Нормально. А где Дашунка? Вон! Привет! Смотрите, тройная, это прямая тройная трансляция. Значит, Дима вместе со своей сестрой в магазине Солдудо. Я счастлива, что вы ко мне пришли. Спасибо. Так, я убираю трансляцию свою и хочу поделиться впечатлениями. Я не выходила в прямой эфир, мне кажется, где-то полгода. И сейчас, наконец-то, у меня есть чуть-чуть времени и сказать вам, что мы находимся в магазине Солдудо. Крутой магазинчик очень. Гостяк, Дима Комаров, прекрасный ведущий. И друзья. Не один Дима Комаров, а вместе со своей сестрой. Дима привел меня вот такие вот классные наряды разбирать. Это очень красиво. Друзья, знакомьтесь. Дима, так ты, оказывается, не просто ведущий, а ты суперфотограф. Ты с такой скоростью фотографируешь? Подожди, я работал профессиональным фотографом где-то 6 лет в ежедневных газетах. Это было с 2000-го да до 2000. Вот видно года. Было сразу. Скажи, пожалуйста, да это видео! Какая разница? Я готов делать это и на видео. Капец, да? Капец, про. А остальным что делать? Все традиционное снимать. Давай, на фоне нас. Что делать? Париж.
Ты чего меня снимаешь? Димка, невидимка. Невидимка, думаешь, он невидимый, снимаем. Аплодисменты на ноги Лесы. Дима молодец! Время стекло! Дима молодец! У нас секундная готовность, и мы начинаем съемку. Огромная просьба всем занять свои рабочие места. Спасибо. Это в сторис. Да, а давай в сторис. Ребятки разбираются, как нужно прямые эфиры делать. Не, в этом и прикол в Инстаграме. Дима. Я как ангел свечусь, посмотри, ужас. А тебе не интересно? У Натальи Олексеевны сегодня день народження, ми всі вітаємо. Всі. День народження. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Tasha. Happy birthday to you. Детей взрослая уже, рождения. Любви такого... А можно теперь фото, пожалуйста? Да, давай, да, мы тут сдохнем за. Сзади. Давай. Наташа, с днем рождения! Класс! Мы можем шарики сейчас, потом. Андрюшенька, привет! Ты пришел нас поддержать? Да. У тебя очень классная кепка. Ты любишь группу «Время и стекло»? Да. А какую больше ты любишь, группу «Мозги» или «Время и стекло»? Ну, честно. Мне и «Деньги» нравятся. Ну, а больше? Больше всего. А больше всего? Наверное, «Время и стекло», потому что мне нравится, наверное, потому что на стиле и еще «Бактулев». Ходи, что это холодненько. Да иду, иду, иду. Всем пока. Подписывайтесь.